Политические коалиции есть и голосуют. У нас принят бюджет с большим запасом голосов. У нас принимаются законы, парламент работает. Значит, есть в парламенте большинство, оно функционирует. Что касается того, что кто-то вышел, значит, заходили к нам люди в надежде, может быть, на какие-то преференции. Заходили совсем недавно. Этих преференций не получили. Если они их ожидали, то зря. Их нет. Поэтому они были и вышли. Вот и все. И от этого ничего страшного не произошло.